Всем привет! Сегодня рассматриваем узор для летней туники. Можно, если из шерстяных ниток связать и зимнее, и весеннее. Для туники. Раппорт узора 9 петель на 4 ряда. Для примера надо набрать 21 воздушную петлю плюс 1 петлю подъема и провязать первый ряд столбиками без накида. Крючок у меня номер 2,5 и обычный акрил. Обычный. Провязываем до конца ряда столбиками без накида. Это я уже сказала. Схема, фото, видео будет ВКонтакте. Очень удобно там. Вы открываете видео, и перед вами там будет схема этого узора. Провязываем столбиками без накида. Первый ряд. Последняя петля, провязали. Теперь мы набираем 3 петли подъема и 4 воздушные петли по схеме. Переворачиваем работу, отсчитываем 5. Вот это мы не считаем. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем сюда пышный столбик, который состоит из 3 столбиков. Накид. Заходим в петельку. Вытягиваем. Я называю это вытяжка. Накид. Заходим в петельку, вытягиваем ниточку. Накид. Заходим в петельку, вытягиваем ниточку. Кто как это называет, я не знаю. Пышный столбик готов. 3 воздушные петли. Заходим в следующую петельку и повторяем то же самое. Накид, вытянули ниточку, накид, вытянули ниточку. Как это правильно, смотрите у профессионалов, пожалуйста. Провязали. Вывязываем 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Внизу. Пропускаем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заходим в восьмую и вывязываем пышный столбик из 3 вытяжек. 1, 2, 3. Провязываем это все одной петлей. Вяжем 3 воздушные петли. Заходим в следующую петельку и проделываем то же самое. Вывязываем пышный столбик из 3 вытяжек. Провязываем это все одной петлей. 4 воздушные петли. И в последнюю петельку вот сюда мы вывязываем столбик с накидом. Второй ряд закончен. Набираем 3 воздушные петли подъема, 4 воздушные петли по схеме, переворачиваем работу. И теперь, девочки и мальчики, самое простое. Все, теперь мы никуда не собьемся. Мы заходим в эту арочку и вывязываем пышный столбик из 3 вытяжек. 1, 2, 3. Провязали это все одной петлей. Провязываем 3 воздушные петли. Заходим опять в арочку и вывязываем пышный столбик. 2, 3. Соединяем это все одной петлей. Провязываем 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Заходим в эту арочку и
провязываем пышный столбик. Один, два. Из трех вытяжек провязываем это все одной петлей. Три воздушные петли. Один, два, три. Заходим в арочку и провязываем еще один пышный столбик. Два, три. Провязываем это все одной петлей. Вяжем 4 воздушные петли, закрываем ряд. Вот тут у нас 1, 2, 3. В третью петлю подъема столбиком с накидом мы связали третий ряд. Набираем 3 воздушные петли подъема, 4 воздушные петли по узору. Это у нас вот эти вот линии. Переворачиваем работу, заходим в арочку и вывязываем пышный столбик. 2, 3. Провязали это все одной петлей, набрали 3 воздушные петли и в ту же арочку провязываем еще один пышный столбик. Провязали одной петлей, 6 воздушных петель, 4, 5, 6. Заходим в арочку следующую, провязываем пышный столбик. 2, 3. Провязали все одной петлей. 3 воздушные петли. И заходим опять в арочку, вывязываем пышный столбик из 3 протяжек. Провязали все одной петлей, 4 воздушные петли. Заходим в третью, 1, 2, 3. И провязываем столбик с накидом. Мы связали четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема, 4 воздушные петли по схеме, поворачиваем работу, заходим в арочку и вывязываем пышный столбик из 3 протяжек. Закрываем это все одной петлей, 3 воздушные петли. Провязываем пышный столбик из 3 протяжек. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Заходим в арочку вот в эту. И провязываем пышный столбик. 2, 3. Закрываем это все одной петлей. 3 воздушные петли. И вывязываем еще один пышный столбик. Ничего сложного, девочки и мальчики. 4 воздушные петли. Ряд всегда закрываем в третью петлю столбиком с накидом. Для чего? Правильно, для выравнивания края. Ну, такая красота получается. Очень легкий узор. Ничего мудреного нет. Еще раз давайте. 3 воздушные петли подъема. 4 воздушные петли для рисунка. Вот эти вот мы вывязываем. Вот эту красоту. Переворачиваем работу, заходим в арочку, вывязываем пышный столбик из 3 протяжек. 2, 3. Одной петлей провязываем все, 3 воздушные петли. И еще один пышный столбик. 2, 3. Одной петлей провязываем, 6 воздушных петель. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в следующий. Вывязываем пышный столбик. Провязываем это все одной петлей. 3 воздушные петли. Заходим в ту же арочку и вывязываем еще 3 столбика. Ой, пышный столбик из 3 протяжек. Закрываем это все одной петлей, 4 воздушные петли. И тут вот, где у нас было 1, 2, 3 петли подъема, мы входим в третью петлю вот и провязываем столбик с накидом. И так далее, девочки, мальчики, рисунок повторяется. Вот такая красота, очень легкий, очень получается.
Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, и вы узнаете первыми о моих новых видео. Делитесь с друзьями. А пока-пока!